Был вечер. Я стоял на Южном вокзале, на улице. Подошли трое бандюков. И позвали в сторону, поставили нож. Вот. И давай, доставай. Документы забрали. Денег было чуть-чуть, забрали портмоне и паспорт. Вот так я оказался без документов. Я еще тут встретил, у одного тоже спросил. Вижу, что он сильно такой, ну, оборванный именно, что ходит именно, что там в тапочках осенью, в сланцах таких летних. Я просто спросил у него так, ну, рядом проходил, он, что, говорю, а сколько же ты здесь на вокзале? А он говорит, год. Я такой думаю, целый год на вокзале. Поначалу сразу был такой шок, а потом уже одна зима прошла, хлоп, вторая зима. Но в итоге у меня получилось вот так, что я прожил бездомным тут 5 лет. Целых 5 лет. Вот здесь и там еще стульчики стояли, и там стояли, а вот здесь не было. И вот здесь и понад кассами тоже, понад вот этими заходили, ну, спали, ночевали, кто лежа, кто сидя. Здесь батареи, здесь теплее. Вот. Я вот здесь в углу любил сидеть. Сумку кину, оно тут и теплее. И сидел так, облокотился. Получается, оно 5 лет эти протекли, и как и один день, и как не один день. Мне самому не верится, что я тут. Да, я говорю, меньше не стало бродяг. Больше людей стало, чем 4 года назад, 5 лет назад. Больше бродяг стало.
Ну, конечно, никакая улица не может заменить дом. И вокзал не может заменить дом. Это не дом. Ни родных, ни никого. Ну, вообще, это простому человеку, нормальному, понятно, что дом – это не просто крыша над головой, это близкие, друзья. А я, как говорится, потерял связь с миром, так сказать, с родными.